Как у вас получилось, что вы пошли в театр? Или у вас были другие мысли какие-то? Расскажите, пожалуйста. В театр я пришел, как дети входят в сказку. И действительно, я сейчас вспоминаю это и трогательно, и смешно. Проездом через Москву, прямо с вокзала, я в театр. Театр, о котором я много слышал, заочно любил. Окружили меня цыгане. Стали вопросы задавать, откуда, чей, как ты попался. Я отвечаю, я говорю, я вас люблю. Я вас люблю, я хочу быть с вами. Они рассмеялись и приняли меня в свою семью. И вот уже много лет я с ними работаю и не перестаю их любить. Коля, будь добр теперь еще раз всю сцену сначала. Пожалуйста. Сыграли? Да трудно сказать. Много. Вы всегда поете один? Нет, иногда вдвоем. С кем? С самим собой. А как это у вас получается? Как в кино. Нет. А в Париже поедете, да? А куда вы поехали в ближайшее время? Есенин. А как вас принимают там? Хорошо. А правда, что на радио на вас миллион заявок? Это вы можете не спрашивать. А где вас назвали цыганом из легенды? В Париже.